Бля, ты реально тупой, нахуй. Нахуй я на тебя силы трачу. Какие силы, у тебя их нет, бля. Идиот. Могу примерно предположить, что твой средний GP за твои 9 классов это было 2. Why do they keep going outside? It's not fucking working for them. GP, что это вообще за слабо? Вот именно, ты не знаешь, что это. Давай, потому что ты что, молодец? Это мода, ты пойми, откуда берется, блядь, будут ебаные, как мне 23 года, как это на самом деле. Есть причина, ты просто тупой. Это ебла, мне просто неинтересны эти ваши новые модные слова. Блядь, какие новомодные слова, это всегда было, да, конечно, да, в 2000-х тоже это было, блядь, долбоёб. Бля, подожди, ты же из России или из Хохлянки? Конечно, блядь, из России. А это еще хуже, чем Хохлянки. А, блядь, в смысле, ты чё, хохлянки? Нет, нахуй, еще хуже. Кто ты? Просто пидор вообще? Нет, пидор твой отец на туре. Пидор твоя бабушка, блядь, запомни это. Бля, ебаная стрелка, я вам. Да иди нахуй. Не похуй, мне просто хоть подрывать тебе очко. Все, иди нахуй. Мне правда жалко того, что я разговаривал с тобой, но, блядь, у нее ничего не вышло, блядь. Земля и пухом разоте этой тупой. Что бы ебал завалил? Да иди нахуй. Смысл с вами вообще разговаривать? Смысл с вами разговаривать с долбоёбами? Смысл с вами разговаривать? Конечно, нету смысла, ты ж тупой, ты не поймёшь, о чём речь. Дети ебаные, блядь. Дети ебаные, блядь. Как ебаные, блядь. Как ты ебаный.